вами магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас набор комбинированных ключей, или еще говорят, рожково-накидных ключей от компании «Кингрой» Тайвань. Код товара КРТ-РП-26. Набор из 26 предметов. «Кингрой» – это хорошо известная фирма у нас в Украине, выпускается инструмент на острове Тайвань. Считается профессиональным. Набор поставляется в картоновом коробе. Информация на упаковке, самую главную перечислим, это Тайвань, где изготавливается набор. Далее, гарантия 1 год на инструмент Кингрой. Хромбонадевая сталь, антискользящее покрытие на рукоятках ключей. Ну и сайт компании Кингрой. С обратной стороны комплектация набора. Начнем с чехла для хранения. Габариты чехла у нас 66 сантиметров ширина, длина 56, вес набора 4,8 килограмма. Также на чехле имеются отверстия для того, чтобы можно было повесить на стену в гараже или на СТО. Теперь комплектация набора. Верхний ряд ключей у нас 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Нижний ряд 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 ключ. Самый большой у нас набор идет. 32 мм. Самый маленький 6. Материал изготовления хромбонадевая сталь. На ключах сверху есть защитное матовое покрытие. Антискользящие рукоятки. То есть насечка идет на металле. Также надпись Кингрой. Джомани. Надпись на ключах. Почему Germany? Потому что наборы инструмент Кингрой выпускался у нас в Германии. И с начала там 80-х или конец 80-х годов. А, вот указывается вот каталог Кингрой у нас. И в каталоге указывается в конце 90-х годов производство было перенесено на остров Тайвань. Поэтому на ключах пишут сейчас Germany. Размер ключа. В данном случае 29 мм. С обратной стороны надпись хромбонадий. Хромбонадевая сталь. Гарантия на инструмент Кингрой, в том числе и ключи, составляет 1 год. Так, теперь пробуем его сложить. Вот так мы его слаживаем. Есть липучка. Вот как он надо. Напоминаем, что за подписку на канал наш в YouTube, за комментарии, вы получаете хорошие скидки в нашем интернет-магазине при покупке товара. Поэтому при заказе указывайте, при заказе на сайте указывайте в комментариях подписка YouTube. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До свидания.